350 лет сегодня исполнилось со дня рождения Петра I. Для Архангельской области дата особенная. Царь был в Архангельске трижды. Благодаря ему именно на берегах Двины было положено начало отечественному судостроению. А у стен Новодвинской крепости была одержана первая морская победа России. Эта тема сегодня поднималась на международном форуме «История для будущего. Образ Петра». Его организовали Российское общество знания совместно с Военно-историческим обществом. Марафон проходит в Москве и Архангельске, также в городах, где произошло становление выдающегося реформатора. Выступают наши ученые, которые давно работают с петровской темой. Тема Отечества получает в российском патриотическом дискурсе начала 18 века особую актуальность. Как пишет Ирина Яковлевна Мурзина, с конца 17 века постепенно формируется ценностно-смысловой ряд таких понятий. Отечество, сыны Отечества, долг перед Отечеством. Все трансляции с выступлений ученых будут доступны на сайте Российского общества знания.